Сегодня сразу 90 молодых семей в Атырау получили новые квартиры. Многоквартирный дом построен по госпрограмме «Жасутау», участниками которой стали молодые люди в возрасте до 29 лет, у которых на воспитании не менее 2 детей. Тимур – счастливый отец 4 детей. Несколько лет со своей семьей снимал квартиру. Сегодня он стал хозяином собственной. В этом году в нашей семье родились еще 2 дочки. Сегодняшнее новоселье – это еще одно доказательство того, что наше государство поддерживает молодые семьи. При распределении квартир в новом доме члены специальной комиссии постарались отобрать те молодые семьи, которые действительно нуждаются в крыше над головой. Каждая подавшая заявку семья прошла строгую проверку. Если вот такие программы будут реализовываться, конечно же, это способствует для того, чтобы молодежь становилась на ноги, развивалась. О темпах жилищного строительства в регионе говорят и цифры. Так, за последние 2 года показатель обеспеченности жильем на одного человека вырос в 4 раза, составив 20 квадратных метров. Строительство домов по программе «Жасутау» в Атырау продолжается. В следующем году планируется обеспечить собственными квартирами еще 120 молодых семей. Виктор Сутягин, Азельхан Уахитов, Атырау, 24 КСЗ.